15 октября, воскресенье, по всей Эстонии прошли выборы депутатов местного самоуправления. В Силаме работало три пункта для голосования. Центр культуры, дворец спорта Калев, гимназия. На всех пунктах работали наблюдатели от различных списков и партий. Голосование проходило в штатном режиме. Возникшие проблемы решались оперативно на месте. Леонид, ты наблюдатель. Вот твоя задача какова? Прежде всего, моя задача следить за тем, как проходят выборы и не нарушаются ли правила. В профессионализме членов избирательной комиссии мы абсолютно уверены, мы следим скорее за наблюдателями списка оппонентов. На нашем участке выборы проходят спокойно, активность населения достаточно хорошая. На данный момент, по моим подсчетам, проголосовало около 200 человек. В зале присутствуют наблюдатели от различных партий и представительств. Все нормально. Алексей, вы здесь с 8 часов. Как проходит голосование? Голосование проходит достаточно активно, люди идут. У нас здесь, в принципе, соблюдены все требования. Наблюдатели имеют право спокойно наблюдать. Наши члены комиссии смотрят за порядком по залу, принимают заявки. Я лично регистрирую заявки голосования на дому, так что работаем. Ну, на одном из участков было некоторое недоразумение. Человек не нашел себя в списках. Тут же, быстро, оперативно нашли его в списках, и он смог проголосовать. У вас не было таких прецедентов, да? Такие прецеденты бывают постоянно. Если человека нет в списках, он подходит ко мне, я по личному коду проверяю, на каком участке он должен голосовать. И мы сразу это решаем. 20 часов. Избирательные пункты закрываются. Наступает кульминация выборов. Подсчет голосов. На каждую теперь нужно поставить печать вторую. В этом году за центристскую партию отдали 3936 голосов. За список Сависара 1791 голос. Всего проголосовало в Силаме 5776 человек. На прошлых выборах около 6500 горожан. Всего проголосовал 51% от имеющих право голосовать против 64% в прошлые выборы. В этом году 15 депутатских кресел из 21 займут центристы. Елена Коршунова, Араик Карапетян, Валерий Абрамович, Дмитрий Лет, Александр Канев, Игорь Малышев, Андрей Жога, Евгений Терентьев, Михаил Соколов, Инна Дмитриева, Валерий Кузнецов, Александр Бондарчук, Денис Кальберг, Алевтина Ермакова, Александр Быстряк. За список Сависара 6 мест займут Олег Култаев, Игорь Сухоруков, Гульнара Сидоренко, Александра Боротынская, Татьяна Лебедева, Василий Корчагин. Выборы завершены. Следующий шаг – формирование городского собрания силами. Затем выборы председателя городского собрания, председателей и членов постоянных комиссий, после чего выборы мэра и формирование городского управления.
течение сентября в Идавирума проходил конкурс «Лучшее новое приключение», а в начале октября были подведены итоги конкурса. В начале октября были подведены итоги конкурса уездного «Лучшее приключение Идавирума 2017». Напомню, что конкурс проходил в уезде в течение сентября месяца, всего было представлено на него 11 участников. Среди них был и водный центр Айдо, например, и пивоварня в Пурце, экзит-рум в Нарвских бастионах, музей города Нарвы с их приграничными впечатлениями Крингольма. Все приключения оценивали как гости, которые посещали их, так и профессиональное нейтральное жюри разных уголков Эстонии и различных организаций. Радостной новостью стало то, что среди всех сильных и удивительных тех приключений, которые были представлены, победителем была выбрана поисковая игра по городу Силаме, которую проводит музей города Силаме. Игра основывается на короткометражном фильме «Вернандо» и знакомит участников как с сюжетом фильма, так и с уникальной архитектурой города Силаме. Автором и разработчиком идеи является руководитель проекта Силамяйского музея Ирина Замарина. Большое спасибо ей и Силамяйскому музею за эту идею, за прекрасную игру. Отмечу, что официальное оглашение и награждение участников конкурса происходило на ежегодной всеэстонской туристической конференции, которая проходила у нас в Центре культуры 28 сентября. В то время в город приехали порядка 300 представителей различных туристических организаций. И было очень приятно услышать, как они, их впечатления от нашего города приятные. И отмечали гости те позитивные изменения, которые за последние годы произошли, когда они в городе Силами не были. Алла Альфредовна, так чем же поразил наш музей жюри? Я думаю, это не музей поразил жюри, а наш город, потому что именно в городе была организована игра, очень интересная игра по нашим очень знаменитым историческим местам, ведь город это, наш город это сказка, это интересно. Давайте перечислим какие-то места. Во-первых, конечно, это Дом культуры наш, или Культури Кескус. Потом все окрестности завода, с чего вообще город начинался. Потом людей очень интересовали наши бомбоубежища, как оказались. Вот я думаю, что нам придется теперь обратить и на это внимание для туристов. И, конечно, наши лестницы, наши улицы и старый город. Это же уникальный город, уникальные здания, архитектура неповторимая. Барельефы, сами здания, улицы и море. Вот это было, я думаю, главным. И когда была эта игра организована изначально, наш сотрудник Ирина Замарина, в принципе, это она предложила такую игру и разработала этот маршрут. Было очень интересно. Сами туристы, да и любой, кто к нам приезжал, мог воспользоваться вот этим вопросником и пройтись по нашему городу, и уже отвечая на наши вопросы, которые были поставлены, и плюс еще знания, которые они смогли получить в музее об этих местах, вот получился интересный рассказ «История города Силаме». Алла Альфредовна, поздравляю вас с этим, всех ваших сотрудников и огромная благодарность вам за то, что вы пропагандируете наш замечательный, неповторимый город. Ну а теперь ближайшие планы музея, выставки, экспозиции. Самое главное, конечно, как вся Эстония, мы готовимся к ее столетию. И самая главная выставка у нас будет следующего года, это 100 вещей века. Наших, из наших запасников. То есть мы отберем не все, у нас их, конечно, гораздо больше. Но мы отберем именно 100, ну вот ради такого красивого названия, это столетие Эстонии. Когда это будет выставка? Она начнется в начале февраля. Ну как раз к дате подойдем. И остальное уже будет, вот сейчас заинтересовался туристический кластер, а что наши художники города подготовили к столетию Эстонии. И они уже скоро приедут, ну, с так называемой в кавычках проверкой. Мы предлагаем все работы художников, посвященные городу Силаме, из нашего фонда. Это будет отдельная выставка. Уважаемые горожане, в связи со строительством объездной дороги, домик отходов теперь находится на улице Сытке, близ бывшей заводской автобазы. Здесь
как и на старом месте, находятся контейнеры для строительного мусора, а также контейнеры для сбора стеклотары, тетраупаковки, бумаги и картона и для бытового мусора. Уважаемые горожане, в городе действует уникальная система сбора бытовых отходов. В дополнение, в разных частях Силамая установлены контейнеры. Соблюдайте чистоту. Чисто не там, где убирают. Чисто там, где не мусорят. Излюбленное место горожан – городская библиотека. Ее посещают тысячи читателей. 21 сентября в микрорайоне в здании гимназии открыло свои двери новое помещение городской библиотеки. Здесь расположены детское и взрослое отделение, читальный зал и помещение для проведения различных мероприятий. Кстати, за две недели работы библиотеки здесь проведено более 10 тематических мероприятий, которые посетило около 200 человек. В настоящее время мы находимся в отделении взрослого абонемента. Здесь представлена художественная литература и литература по отделам. Художественная литература – это и у нас и фантастика, детективы, и исторический жанр, и романы о любви, и военные приключения. Каждый может найти то, что ему интересно. Здесь также представлены классика, и нет фактически закрытых фондов никаких, литература по отделам. Каждый читатель здесь может выбрать сам. Вот я смотрю, здесь есть абсолютно новые книги, они пахнут типографией, да? Совершенно верно, потому что здание новое, мебель новая, красивая, уютная обстановка. Все это предполагает наличие абсолютно новой литературы, приготовленной специально для нашего читателя. Татьяна, ну здесь очень удобные, так скажем, да, помещения, объемные, широкие проходы. Как вам здесь? Самое главное... Не читатели, не работники, а все-таки читатели. Вот. И их мнение мы учитываем в первую очередь. Пока ни одного отрицательного отзыва мы еще не слышали. Всем нравится, потому что просторно, потому что свободно можно подойти к стеллажу. Это все дает свой уют и комфорт. А это главное. Римма Ивановна, вы первый раз вот в этом новом помещении городской библиотеки? В этом, да. Ну, вообще-то я приходила раньше, уже книги брала. Как вам обстановка? Отличная. Я говорю, вообще, молодцы, что сделали такое для нас. Ну, и для жителей микрорайона очень удобно, видимо, да? Скажите, вы познакомились, ну, так скажем, с ассортиментом, с книгами? Да, познакомилась. Особенно посмотрела, мне нравятся журналы новые такие. Красочные, красивые, содержательные. Да, и при том можно выбрать не то, что там вот где-то ходить, там смотреть, а все по полочкам. Я бы посоветовала перво-наперво прийти, ознакомиться, что как красиво, что можно выбрать, что как за душе приятно. Да, и это самое, можно посидеть здесь. Во-первых, компьютер есть, да, самое главное. Ну, желаю вам крепкого здоровья и не последнего посещения библиотеки. Спасибо, спасибо. Ну, а теперь пройдемте с вами в детское отделение. Сейчас мы находимся в детском отделе городской библиотеки. Здесь очень большой выбор детской художественной литературы. Для самых маленьких читателей и для более старшего возраста. Здесь новые современные компьютеры. Здесь есть разные уютные уголки. Волшебный уголок, где живет волшебная мышка-читайка. Здесь есть морской уголок, где можно найти интересные подборки книг о море, о животных, о растениях, которые находятся в морских глубинах. Здесь есть небольшой уютный уголок для совсем-совсем маленьких читателей с играми, с мягкими игрушками, куда могут приходить мамы со своими малышами. Ребята, вы все одноклассники, вы впервые в библиотеке? Нет. Ты уже была в библиотеке? Да. Что ты взяла для себя почитать? Ну, книжки разные. Ну, давай, Денис. Я пока еще ничего не взял. Только думаешь, да? Я взял книжку про животных.
Я некоторые книжки, ну, думаю, но я одну начала читать, думаю. Ага. Там. Ну, давай, давай. Я взяла книжки про мальчика. Охо. Я ничего не брала. Я взяла «Карлик Нос» и «Подводные мира». Ребятки, ну, общее впечатление, ваше впечатление от новой городской библиотеки вашего детского отдела. Ну-ка, давай. В этой библиотеке появились более сильные компьютеры для информации всякой в Еколе и еще где-нибудь. Ага, дополняй. Она стала объемней. Ага. Ну, ребятки, давайте ходите почаще, читайте умные книжки, и вы со временем тоже станете умными, да? Детское отделение соседствует с читальным залом. Совершенно верно. Придя на территорию детского отделения, можно также найти здесь энциклопедический фонд, справочный фонд, свежие газеты и журналы, подписки, которые можно полистать как на месте, так и взять и журналы, и газеты на дом. Ну и, наконец, давайте мы скажем нашим телезрителям, расскажем о том, как же работает библиотека, в какие часы, в какие дни. Библиотека открыта с понедельника по субботу, выходной день – воскресенье. В будние дни мы приглашаем читателей с 11 утра до 18. И в субботу библиотека открыта с 10 часов до 17 часов вечера. Шестьдесят пять лет назад в маленьком финском домике открылся дом пионеров, где работали немногочисленные детские кружки. Первым директором была Зинаида Варакина. Впоследствии дом пионеров переселился на тот момент первую школу и заняло два этажа. В просторных помещениях работали авиамодельные, автомодельные, судомодельные кружки, танцевальные и балетные студии, фото- и вокальные кружки, да и все и ведь не перечислишь. В городском культурном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею Силамяйского молодежного центра по интересам Ули. В концерте приняли участие коллективы Улья, танцевальные ансамбли «Антре» и «Гротеск», вокальные студии «Экспромт» и академическое пение. В концерте также приняла участие старшая группа танцевального ансамбля «Антре». Какой же юбилей без гостей? Народный вокальный ансамбль «Традиция» из города Великие Луки, Россия, профессионально, задорно, с настроением исполнили русские народные и современные эстрадные песни. Yeah!
поздравили с юбилеем и вручили благодарственное письмо Улью вице-мэр Эви Пасме, председатель городского собрания Елена Коршунова, мэр города Тенис Кальдер. На долгие-долгие годы всему центру всегда быть полным детьми, работникам здоровья, благополучия, счастья вашему дому. Примите, пожалуйста, благодарственное письмо от города с силами. Поздравляю. Видно было, что 65 лет не напрасно прошли. И со своей стороны хочется обещать, я еще вольный обещание, что как минимум трое детей мы тоже ваши ряды отдаем. И может быть еще двое взрослых тоже. Так что желаем вам творческого будущего и талантливых учеников. На сегодняшний день в Улье работают 11 руководителей кружков и 3 педагога отделения изобразительного искусства. Будем надеяться, что рой ребят никогда не покинет свой родной Улей.